Уважаемые коллеги, рад всех вас приветствовать на саммите, посвященном десятилетней годовщине подписания договора об учреждении Евразийского экономического союза. Мы с вами так и договаривались, что вот этот юбилейный саммит мы проведем именно в Москве. Это важнейший правовой документ. Я говорю об договоре, на основе которого выстраивается весь процесс евразийской интеграции. В нем в качестве ключевой поставленной задачи создания в рамках Евразэс единого рынка со свободным движением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы выдвинуты именно вот эти основные позиции, а также закреплены такие основополагающие принципы интеграционного взаимодействия, как равноправие, взаимная выгода, уважение и учет интересов друг друга. С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Важно, что сегодняшний саммит будет не просто юбилейным, но и рабочим, по-настоящему деловым. Мы рассмотрим целый ряд подготовленных на наше утверждение новых решений, имеющих стратегический характер и направленных на углубление нашего сотрудничества в самых разных сферах. Я с удовольствием передаю слово премьер-министру Армении, который, как действующий председатель Высшего Евразийского экономического совета, будет вести наше заседание. Николай Ильич, пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета, уважаемые участники заседания, приветствую всех на первом текущем году заседания Высшего экономического совета. И прежде всего хочу поблагодарить российскую сторону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятий. Я предлагаю, уважаемые коллеги, сразу приступить к обсуждению вопросов повестки и поблагодарить за работу представителей средств массовой информации. Спасибо большое.